Մազերի փոխպատվաստման մասնագիտացված կենտրոն։ Մեր եթերը շարունակվում է հերթական հարցազրույցով եւ Թել Ավիվից Իսրայելից մեզ տեսակապով է միացել ԱՊՀ հարցերով փորձագետ Արկադի Դուբնովը։ Приветствую вас, Аркадий. Здравствуйте, Давид. Поскольку вы находитесь в Израиле, то с места в карьер я просто обязан задать вам следующий вопрос. Как обстоят дела сейчас? Какая ситуация? Я знаю, что конфликт лишь усугубляется со временем, но хотелось бы узнать, что сейчас происходит вот конкретно на данный момент. Говорить могу, ссылаясь только на официальные релизы, а не потому, что я, так сказать, опасаюсь выйти за рамки того, что там говорится, а еще и просто потому, что эта информация, она фактически и выдает реальную картину, потому что в отличие от, так сказать, того, что происходит в Украине, со стороны России, например, там, где есть военкоры, здесь израильских военкоров в секторе Газа нет, они не нужны. Там много вообще считающихся журналистами людей, называют сумасшедшую цифру, 1006 человек, которых... Извините. Մեր եթերը ընդհատվեց, շատ կարճ, կարծում եմ տեխնիկական խնդիր կա, կարծես թե ուղեց։ Да, прошу вас. Давид, я прошу прощения. Прошу вас, продолжайте. Алло, вы меня слышите? Я вас слышу, я прошу вас, продолжайте. Алло. Ձայնի խնդիր ունենք, կարծես թե. Алло. Я вас слышу. Вы меня слышите? Вы меня слышите. Да, я вас очень плохо слышу. Одним словом, ситуация такая, которая, видимо, предполагалась развиваться и раньше идет. Идет, я так понимаю, шестой день вхождения ЦАХАЛ на территорию сектора Газа. Задача, которая была поставлена Генштабом, выполняется. Северная часть отрезается от южной, с трех сторон, так сказать, блокируется с моря, с небольшого северо-западного угла, и с третьей стороны, наконец, основной разрезается сектор Газа, отделяя одну часть от другой, с тем, чтобы в северной части установить контроль израильтян и, что называется, уничтожить все военные структуры и Хамас. Uh-huh. Одновременно идут попытки очень аккуратной, точечной, стремлению вызволить заложников, пока кроме одной военнослужащей, освобожденной в результате такой операции, пока больше похвастаться, к сожалению, здесь нечем. Напряжение, надо сказать, честно возрастает. Потому что большое количество людей, призывников, сейчас служит либо рядом, с сектором Газа на базах, либо отправляется на еще на три. Всего можно считать сейчас четыре фронта потенциально военных действий, угрожающих Израилю. Это сектор Газа. Это юг, там, где орудуют йеменские хуситы, но их пока помогает сдерживать американский эсминец, который в Красном море перехватывает ракеты, идущие, изготовленные в Иране и летящие в сторону Израиля. Есть северный фронт, Хизбалла, Ливан. И стали говорить о возможности восточного, северо-восточного фронта на Голанах,
рядом с Сирией. Там еще нет никаких военных действий, но есть предположение, что оттуда могут тоже начаться атаки на израильскую территорию. Короче говоря, все еще только начинается. Хотя потери уже с израильской стороны есть. Израиль — страна, где считают каждого погибшего, называют его имя, сообщают родственникам, в прессе об этом всем сообщается. Так вот, к сожалению, с начала боевых действий в прошлую пятницу вечер уже погибли 16 израильских военных в Газе. Угу. Во всем этом есть еще один, так скажем, актор. Это Турция. Я считаю, что роль Турции на самом деле во многом недооценена. Я очень плохо вас слышу. Я не понимаю, в чем дело. Я могу говорить громче. Так лучше? Слышно? Все, теперь слышно. Давайте, извините, пожалуйста. Да, я хотел сказать, что во всем этом есть еще один актор, роль которого, на мой взгляд, незаслуженно недооценивается. Это Турция. Буквально вот пару дней назад из Турции последовало следующее заявление. Реджеп Эрдоган заявил, что Израиль действует как военный преступник. Он открыто поддержал действия боевиков Хамас, напавших на Израиль 7 октября, а ответные действия Цахал назвал бесчеловечными и обвинил в резне в секторе Газа западные страны. Но вот в чем, что вот казус, вот в чем. Вместе с тем, фактически одновременно Турция достаточно вежливо попросила главу политбюро Хамас Исмаила Ханью покинуть страну. Что вообще, что это за игра, на ваш взгляд? Чего добивается Турция? И какую она роль играет во всем том, что сегодня происходит, если играет в секторе Газа? Турция пытается найти себя в этой ситуации и сохранить шансы быть миротворцем. На это было направлено, так сказать, изгнание Исмаила Хани из Турции, чтобы создать некий имидж Анкары как равноудаленного, так сказать, миротворца, да, готового, так сказать, учесть позиции обеих сторон. Это с одной стороны. А с другой стороны, риторика Эрдогана совершенно, так сказать, непотребно радикальная, явленная им во время знаменитого митинга в аэропорту Стамбула, говорит о том, что господин Эрдоган очень дорожит, что называется, мнением исламской улицы. В широком смысле, мировой исламской улицы, он по-прежнему ставит своей целью удерживать имидж лидера мировой исламской уммы. И поэтому понятно, что пропалестинские настроения там весьма сильны, а это значит, поэтому он должен этим настроением подыгрывать. Да? Но этим он, конечно, серьезно подорвал свой имидж в качестве возможного миротворца, и фактически довел дело чуть ли не до фактического размежевания с Израилем. Единственное, что еще осталось в Израиле, это разорвать дипломатические отношения с Турцией, как это было не так давно, но в Израиле на это не идут, понимая, что это, в общем, характерная для Эрдогана риторика, которую он меняет, что называется, быстрее, чем белые сорочки чистые. Да, поэтому, в общем, не стоит серьезно придавать очень большого значения риторике. Важно смотреть за тем, что готов делать Эрдоган в этой ситуации. Надо помнить, что Эрдоган — это часть Запада в каком-то смысле, это член НАТО. И сколь угодно много он может кидать там стрелы в адрес Соединенных Штатов, но он союзник Запада в структурах НАТО. Из этого следует исходить, и это следует помнить. Вообще вот сегодняшняя Турция, она имеет какие-то шансы на, скажем так, геополитическое присутствие на Востоке, в арабском мире, с учетом того, что Турция рассматривается в арабских странах как прямой преемник Османской империи со всеми вытекающими последствиями. То есть может ли Эрдоган играть на арабскую публику, учитывая все это?
Можно погромче мне говорить, слушайте, у меня что-то очень плохой звук у меня. Я хочу сказать, что Турция... сейчас слышно? Турция, ну, слышу, лучше слышно, Турция воспринимается в арабских странах как правопреемник Османской империи, то есть со всеми исходящими от этого угрозами, да, и перспективами. Можно ли отметить, что Эрдоган вообще он пытается играть на арабскую публику? И вообще, какие у него шансы на успех с учетом того, что в арабском мире всегда традиционно настороженно относятся к Турции, особенно к Турции Эрдогана? Да, разумеется. Ваш, что называется, посыл совершенно ясен и справедлив. Что касается претензий Эрдогана как преемника Османской империи, Турции как преемницы Османской империи, территории которой порядка 100 лет назад была Палестина, и он об этом сейчас напомнил, как раз и есть то самое, как бы, стремление доказать справедливость попыток арабского мира, что называется, снова вернуть под контроль всю Палестину и изгнать из нее это, так сказать, чужеродное ей сионистское образование. Да? Но никто же не верит, скажем, Турции, что она действительно реально готова, что называется, такое совершить или решить с Израилем, да, это, так сказать, подыгрывание самым вот этим примитивным представлением, которым, фронтменом которых является сегодня Хамас и Иран, в провозглашении вот этой, как бы, бесконечной, я бы сказал, такой имманентной всему арабскому миру тезы, что Израиль чужд вообще этому миру, поскольку в учении Мухаммада уже было однажды сказано, что там, где когда-то правили мусульмане, это навсегда остается территорией, подконтрольной мусульманам. Ровно так же и надо смотреть, как говорят идеологи Хамаса, и на вот это образование сионистское на этой бывшей территории, которую контролировали в онные времена мусульмане. Да? Вот, собственно, и все. Турция, конечно, в этом ряду, так сказать, директив, она пытается немножечко, так сказать, откусить кусок этого идеологического пирога, но не более того. Да? Поэтому они понимают, что арабы относятся к этим претензиям подозрительно именно со стороны турок, потому что турки на других фронтах, что называется, очень больно делают арабам в той же Сирии. Угу. Есть еще одна сторона, которая достаточно противоречиво себя ведет, на первый взгляд. Это Азербайджан. Азербайджан, по крайней мере, официально является мусульманской стороной, но при этом выступает, поддерживает, насколько я понимаю, в данном конфликте Израиль. Чем это обусловлено, на ваш взгляд? Ну, Давид, ну, здесь уже мы, так сказать, вынуждены повторять то, что уже давно всем известно. Традиционные отношения Израиля и Азербайджана, значит, основываются на заинтересованности Израиля в каспийских углеводородах, источниками которых, в частности, является Азербайджан. Достаточно глубоко внедренной симпатии, в принципе, в азербайджанском обществе к евреям. Да, и кроме того, у них есть, в общем-то, общий, ну, скажем так, для одних враг, для других недруг. Я имею в виду Иран. Да? Поэтому отношения Азербайджана с Ираном весьма, как мы знаем, настороженные. А у Израиля с Ираном просто, так сказать, отношения крайне никакие, потому что Иран стремится ставить, доктрина Ирана – это сбросить, уничтожить это сионистское образование. Так что здесь есть еще и общие, что называется, дружим против общего врага. Вот. Я вот в этой связи довольно с любопытством ожидаю сегодня-завтра начало саммита государств, который состоится в столице Казахстана.
Да, как известно, туда должны приехать лидеры всех пяти тюркских государств во главе с Турцией. И вот в этот острый момент, разумеется, какая-то риторика, связанная с ближневосточным конфликтом, будет присутствовать. И важно будет понять, как эту риторику будут стараться ограничивать, так сказать, азербайджанские либо азербайджанские лидеры вообще не будут ее как бы стараться касаться, Ильхам Алиев, я имею в виду. А вот как поведет себя Эрдоган, это будет довольно любопытно посмотреть, потому что он понимает, что такие страны, как Казахстан и Узбекистан, намеренно, демонстративно стараются держаться нейтрально по отношению к обеим сторонам конфликта. Они гораздо более, я бы сказал, нейтральны, чем их улица, скажем так, узбекская улица, там далее киргизская улица, которая, в общем, довольно выразительно выразительно оказывается на стороне, значит, Хамаса. Ну, в общем, даже не на Хамаса, а просто в поддержку палестинцев, скажем. Вот посмотрим, да, это же все-таки некая часть отношение мира к этой проблеме, и очень значительная часть, я имею в виду тюркский такой ресурс мусульманского мира. У меня последний вопрос, Аркадий. Вы заговорили о тюркском ресурсе, и у меня как-то сразу возник этот вопрос. Традиционно, еще со времен СССР, Запад воспринимается как главная угроза России. Запад, НАТО, Европа, США. Вы согласны с этой оценкой сегодня, на сегодняшний день? Кто, какая страна, какой центр силы реально является главной угрозой России? Это фундаментальный вопрос. Давид, понимаете, может показаться так, что мои слова будут выражением какой-то официальной или даже полуофициальной, так сказать, части, ну, скажем, если не правящей, то, так сказать, лояльной Кремлю. Мы с вами люди неофициальные, которые... так что спокойно. Что? Мы с вами люди неофициальные. Нет, я не волнуюсь, я просто хочу сказать, что живя в России уже почти 75 лет, я да, совершенно согласен с вами, что мы всегда воспринимали Америку, как правило, как противника. Были времена, когда она была добрым, так сказать, партнером. Да и даже союзником, но это, естественно, я не застал во время Второй мировой войны. И до Второй мировой войны. Американский общезападный ленд-лиз. Что? И до Второй мировой войны. Да, да. Ну, видите ли, у нас же сейчас история пересматривается, переписывается. Кое-что ластиком очень тщательно стирается, либо черной краской затушевывается. Поэтому, ну, вся Америка, так сказать, главный противник. Стоит только послушать выступление Путина на заседании Совбеза вот на днях по поводу этого антисемитского погрома в Махачкале. Я дал себе труд провести такой частотный семантический анализ его выступления, которое якобы должно было быть посвящено проблеме растущего антисемитизма или опасности антисемитизма, да, на Северном Кавказе. Но приводить факты не буду, вы все это знаете. Так вот, этот анализ довольно забавен. Соединенные Штаты, Америка, Запад, сателлиты, там упоминается 8 раз. А Украина, там в разных вариантах, киевский режим упоминается 7 раз. А Палестина и прочее, значит, упоминается тоже 7 раз. А Израиль 3 раза. Евреи и антисемитизм не упоминается ни разу. Да? То есть весь пафос выступления был направлен в первую очередь против Соединенных Штатов, Запада и его, так сказать, сателлита Украину. Да? Так что, ну, является или не является Америка нашим врагом, это вообще идеи, которые в первую очередь формируются в умах самой-самой верхней нашей правящей элиты, наших силовиков и нашего президента. Поэтому реальностью ли является, так сказать, угроза Соединенных Штатов и НАТО России? Я, скажем, отношусь к этому с величайшим сомнением.
да? Я понимаю, что в Москве воспринимают как экзистенциальную угрозу. Я думаю, что это неправда. Вот, собственно, все, что я могу сказать. Благодарю вас. Желаю вам удачи и мирного неба. Спасибо. Спасибо, Давид. И вам того же. До свидания. До свидания. Մեր հերթական հարցազրույցի հյուրն էր, որը մեզ միացել է տեսակապով Թելալիվից, ապա հարցերով փորձագետ, քաղաքագետ Արկադի Դուբնովը, իսկ մենք շարունակենք մեր եթերը հերթական հարցազրույցով կարճ դադարից հետո։